Добрый день, друзья! Находимся на канале Boston Technic. С вами Роман Чередниченко. Сегодня хочу к вашему вниманию представить МТЗ Беларусь 82/1 2023 года выпуска с наработкой моточасов 25. Данный трактор находится в абсолютном идеальном новом состоянии. Смотрим по состоянию резины. Резина абсолютно новая. Состояние дисков, но опять же, все идеальное, все новое. С трактором идет, грузилы идут. Трактор укомплектован кондиционером. Опять же, колеса по кругу. Состояние новое, идеальное. Смотрим состояние двигателя. Бачки, все. Фильтры, стартер. Цветотехника. Остекление кабины абсолютно идеально, без сколов, трещин. Ну, смотрим. Рама, все. Таблички. Трактор абсолютно новый. Прицепное. Ну, прицепного тут ничто не цеплялось. Смотрим, разъемы гидравлической системы. Вал, прицепное, все абсолютно новое. Сейчас поднимемся мы с вами в кабину пилота. Смотрим. Цилиндры, все без потека, запотевание, мост. Все, рейка рулевая, все отлично. Состояние кабины вообще абсолютно идеальное. Смотрим. Приборы. Рычаги управления, педальный узел, потолок алькантары. Все абсолютно идеально. Все новое. Опять же напомню, что им вообще не пользовались. Так что кого заинтересовал данный МТЗ Беларусь 82/1. Звоните, пишите. Дадим более подробную информацию. А также поможем с приобретением. Всем удачи и добра.